Живот болит, что такое? Месячные. Че переела? Так клизму сделай. Хочешь, тебе эту перешлю? Я тебе даже ее подарю, что я купила. А как это сифонная клизма? Это что такое? Можно грушею, если груша есть большая. Ну то мало воды. Надо хотя бы пол-литра. Груши там сколько? Ну, если большая есть груша. Если 200-300 грамм, то вообще ни о чем. Надо литр. Сифонная клизма. Ты что, обалдела? Вот нафига ты людям советуешь 10 литров воды? Ты что, вообще уже? 10 литров, вообще ума нету. Сейчас насоветуешь, люди начнут делать, еще кто-то умрет. Что попало? 150 литров еще влей. То лечебное. Кто будет делать лечебную клизму дома? Обалдеть, вот ума нету у людей. То керосин в ухо, то 10 литров в жопу. Ой, боже мой, что вы мелите? Клизма из керосина, ага.